Всем привет, ребята! Как вы видите, мы сегодня продолжаем с вами играть в Car It's Car мультиплеер в новые хищные машинки. И что мы видим, ребята? У нас наконец-то начался 7-й день, и мы с вами можем открыть новую тачку Битли. Так, ребята, что, забираем Битлика, нажимаем взять. Все, у нас, ребята, в гараже, я так понимаю, появилась новая тачка, маленькая красная машинка, всеми нами известная как Битлик. Вот такой вот Битлик нас ждет уже в гараже. Давайте сейчас перейдем, посмотрим. Я уверен тоже, что вы все ее открыли. Да, вот он, ребята, Битлик. Так, нажимаем взять. Что у нас по улучшениям? Ну, стоит, в принципе, все не очень дорого, но у меня рубинчиков, ребята, нету. Так, давайте посмотрим по тюнингу, какие здесь скины. Так, Битлик в таком виде, Битлик в виде жучка. И Битлик, ух ты, смотрите, с какими, какой-то, наверное, этот из Безумного Макса, да, какая-то, какой-то скинчик. У меня есть вот такой вот скинчик жука, он мне выпал, по-моему, когда мы вращали спинчик с вами. Так, у меня есть, и, ребята, еще один токен, давайте сразу повращаем, может быть, еще какой скин прилетит. Так. Ну, скин. Да, ребята, смотрите, скин на Архивера выпал. Все, забираем его. Ну что? Так, давайте по тюнингу сюда выберем турбочку, которая у нас появилась. Там последняя вот такая вот турбочка есть. Ой, вот такая вот. Так, по дискам. Такие у нас есть диски. А, нет, я, ребята, забыл, я купил вот такие еще диски. Вот такие горящие, крутые диски. Ну что, все, забираем нашего Битлика и идем, ребята, его тестировать. Посмотрим. Заходим в гоночку. Ну, у нас Битлик сейчас, как вы знаете, не прокачан. Я даже сомневаюсь, что мы вообще хоть в тройке будем призеров на финише. Но попробуем, быть может, шерифа, коптера. А там что за такая тележка конная? Какая-то карета. Быть может, кого-нибудь на таком Битлике и обгоним. Так, Битлик. 3, 2, 1. Погнали. Ой-ой-ой, да, видите, ребята, он ударяется и все, его просто отпружинивает. Ну, посмотрим. Сейчас проедемся, а потом, наверное, ребята, попробуем уже прокачаться с вами. Так, спокойненько. Так, мы... А, хотел сказать, мы уже на первом месте. Да нет, не тут-то было. Ух ты, вот это мы с Битликом разогнались. Могли быть на первом месте, если бы нас не закрутило тут так жестко. Давай, 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 догоняй. Смотрите, они тут все мостики рушат. Так, давай, ускоряемся. Ё-моё, не хватает скорости нашему Битлику, ничего не поделаешь. Попадем сюда. Ах ты. Так, вот так срезаем, ребята, срезаем. Даже срезами все равно не можем никого догнать. Ну да, надо, короче, качаться. Ну прикольно, Битлик, прикольная наша первая тачка. Из самых первых машинок Car It's Car. Увы, мы на последнем месте. Так, что будем делать? Давайте, ребята, наверное, я сейчас немножко приобрету рубинчиков, и мы с вами перейдем в гараж и все-таки прокачаем Битлика, потому что нам будет так не очень интересно проходить игру. Так, ребята, я немножко приобрел рубинчиков, потому что, как вы видите, надо очень-очень долго играть, поэтому, чтобы не затягивать видосики, приходится немного рубинчики покупать, открывать также сундучки. Ну что, давайте сейчас пойдем в гараж. И теперь можем спокойно, хоть немного, наверное, ребята, прокачаем Битлика. Так, вот он Битлик, нажимаем на улучшение. Ну, погнали. Скорость, ускорение, турбочка. Я так понимаю, будем делать ставку на скорость и на ускорение. Так, давай еще... О, все, ускорение на максимум, хорошо. Давайте немного турбо еще качнем. Скорость. Давайте еще турбо. Немножко и управление можно, стоить не очень дорого. Так, скорость еще выходит у нас. А, так мы что? А, подождите, турбо не уточнили. Давайте турбо на максимум. Ах, все, не хватает, ребята, рубинчиков у нас, увы. А на, на управление еще хватит. Так, давайте.
качнем управление. Все, ребята, ну почти. Почти с вами прокачали битлика. Теперь давайте его потестируем. Так, все, битлика качнули. Давайте сейчас еще разок устроим заездик. Ну-ка. Наша красненькая маленькая машинка хищная. Как вы помните, в третьей части у нее так серьезно открывался капот. Здесь я пока не обратил внимания. Капот открывается или нет? В трейлере, как мы помним, капот открывался. Так, сейчас будем ехать и будем заодно смотреть. Будет кусаться битрик или не будет? Давай. 3, 2, 1. Так, битрик поехал. Да, капот, ребята, капот открывается, но что-то все равно как-то медленно у нас. Ё-моё. Как-то пока медленно, но на первое место вырвались. Ах, смотрите, никуда и. Так, спокойненько, пока на втором месте. Давай, давай, битлик, ну цепляйся, ну. Не можем эту карету догнать, что это за скин? Так, четвертое место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, третье место. Ну могли взять первое. Так. Что нам по опыту? 28 опыта, да, ребята, опыт. 2025 надо опыта, чтобы перейти на следующий ранг и открыть автобус. Играть придется очень много. И с каждым рангом надо играть все больше и больше. Так, теперь давайте, ребята, перейдем на арену. Давайте посмотрим, кто из вас есть в сети. Так, ну хорошо, немножко есть. Так, так, приглашение отправил. Ваня Грозный Про, Сергей. Ну, кто-нибудь. Так. Давайте, ребята. Ладно, больше не ждем никого, поехали. Так, попробуем. Мы против Архивера. Не знаю, насколько Архивер прокачан здесь. Сейчас посмотрим. Ох, нас сбили вниз. Давай, битлик. А, кстати, у него тоже колеса горящие, как и у нас. О, хорошо, немножко отрываемся, ребята. Все, нормально, пока. Пока на первом месте. Ах, догоняет. Смотрите, догоняет. Так, спокойно. Что, на первом мы? Ах, мы ему только освободили путь. Так, давай, 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 давай. О, у нас подкидывают. Ё-моё, ё-моё. Мы перевернулись. Мы на втором месте. Мы ж первые заехали в пасть. А, он туда, походу, по воздуху залетел. Так, ну давайте, ребята, еще разок. Я приглашение все отправляю. Сергей к нам подключился. Давайте еще. Ребята, заходите. Да, хорошо, троем. Вот, троем будет сейчас интереснее. Я смотрю, у всех появляется битлик. Все его уже пооткрывали. Седьмой день как раз. Ну что? Да, хорошо, все участвуют, ребят, отлично. Так, давай, давай, битлик. Пока мы вырываемся. Опять, я забываю, что эта штука нас вниз сбивает все время. Так, архивка. А, ё-моё, она опять нас вниз скинула. Вот он, архивер, я иду за тобой. Неудачное приземление не получается, а? Да ё-моё, не получается их нагнать. Ах, застряли здесь на холмике. Так, я так понимаю, мы на последнем месте. Да, ребята, увы. Увы, битлик. Почти у меня прокачан, но я смотрю, мне это не помогает ни капли. А вот они, ребятки, я их нашел.
Все уже. Я так понимаю, Архир заехал. Ах, давай быстрее. Ё-моё, фу, ну да, тяжелая битва. Ребята молодцы, отлично играют. Ну что, давайте что-нибудь напишем сюда в чатик. Да. Ребята молодцы. Ну что, я думаю, на этом все. Уверен, вы все сегодня открыли уже битлика. Его тоже прокачивайте. И мы, ребята, ждем следующие видосы, где будем пытаться открывать следующие тачки. Надо нам побольше с вами играть. Ну что, на этом все. С вами был Никита. До скорого. Играйте в хищные машинки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.